Всем огромный привет! У нас по-весеннему очень тепло, даже скажу жарко. Я сейчас в теплице нахожусь, а вообще Ташкент. А на улице точно так же, только чуть-чуть дует ветерочек. У меня взошла дружно уже горчица, буквально через неделю нужно будет перекапывать уже. Взошел у меня из зелени только салатик и двинулся в рост лучок. Хотя про лучок я вообще думала, что у меня ничего не выйдет. А он у меня очень хорошо даже и зарос. Здесь у меня в этом ряду посажена июньская капуста. Тоже начала всходить. Это очень хорошо. А из зелени вот зашел только салатик. Редиска пока молчит. То ли семена нехорошие, то ли еще рановато. Горчица, конечно, меня очень радует. Я обожаю вообще высаживать горчицу именно весной, потому что летом может появиться бложка. И у кого есть такая проблема, то желательно не садить горчицу, иначе еще больше будет этой бложки, которая любит капусту. Сейчас покажу вам, как перезимовали мои розочки. Конечно, земля очень сыроватая. Хотя снег практически сошел весь, но кое-где проваливается. Также хочу показать свой эксперимент. Здесь у меня находится лаванда. Я ее высаживала в прошлом году впервые. И несколько кустиков в разных местах оставила, в том числе и в теплице. В теплице она у меня почему-то не перезимовала. Вот в таком вот каркасе, придуманной мной. И вот такой вот укромной материал. Думала, что будет, то и будет. Перезимовала очень даже неплохо. Даже скажу, отлично. Открывать я ее еще полностью не открываю. Просто вот оставляю, чтобы она привыкала постепенно. Сейчас покажу, как перезимовали мои розочки. Хотя у меня слегка сломался каркас, дуги загнула в обратную сторону, но ничего страшного, вроде как все нормально. Вот так выглядят на сегодняшний день мои розочки. Почки уже двинулись в рост, но этого ничего страшного, потому что земля уже отошла практически. Вот так вот перезимовали мои розочки, моя лаванда. Лаванда вообще меня удивила. Я думала, что у меня с ней ничего не получится, потому что многие жалуются в нашем районе, что лаванда у нас не зимует. Вот прекрасно зимует. Очень даже для меня интересно стало. Хотя в этом году я ее не высаживала семенами. Это были прошлогодние посадки. На следующий год обязательно посажу ее семенами. Сейчас я заканчиваю свое видео. Всем говорю пока-пока.